тихонечко попою. Этот город, но города в сущности нет. А когда-то он был другим, он был женщиной с узким лицом. На нем был черный корсаж, и в корсаже спрятан кинжал. И когда вокруг билась кровь, к нему в окно пришел гость. И когда этот гость был внутри, он тихо, спокойно сказал: «Не бей вина, мертвуна, пьянство не красит, да. Нажрешься в хлам, и станет противно соратника и друзья. Держись сильней за ягодь не подведет. А если поймешь, что сансара нирвана, всякий печаль пройдет». Хорошо, что вы пришли сегодня. Как приятно вас видеть.